Хочу сегодня поговорить про приметы. И нужно ли их соблюдать? К сожалению, ответ будет нет. Соблюдение ни одной приметы не поможет нам сдать экзамен лучше, чем мы к этому готовы. Так иногда бывает, что примета становится неким ритуалом, которое нас успокаивает и которое нам помогает. Все мы помним один из моментов из «Гарри Поттера», где один герой как будто бы выпил напиток, который ему помогает лучше достигать спортивных результатов. И такое самоуспокоение ему действительно помогло справиться с теми задачами, которые там в игре перед ним стояли. Если для вас соблюдение каких-то примет или каких-то ритуалов является таким самоуспокоением, то тогда, конечно, вы их можете использовать для того, чтобы, придя на экзамен, чувствовать себя спокойнее и увереннее. Монетку под пяточку стоит подложить. Но сама монетка, к сожалению, экзамен сдать нам не поможет. А экзамен поможет только сдать плодотворная, неспешная подготовка.